Всем привет, дорогие зрители! Нашел трехкомнатную квартиру, просторную, с отдельной кухней. Так, с видом на крепость Алани. Также можно увидеть кусочек моря. Южная сторона. Этот вид у вас не закроется. Тут есть инфраструктура. Проект был сдан в феврале 2020 года. Я спущусь и покажу вам всю инфраструктуру. А так вот сверху можете увидеть. Здесь у нас фонтанчик. В той стороне беседка. И спортивное оборудование. Фитнес также есть у нас. И сауна. Огромный балкон. Покажем и с этой стороны. 115 квадратных метров брутто. Жилая площадь отмерял лазерным измерителем 98-100 квадратных метров. Это у нас гостиная. Она 40 квадратных метров чистых. Термопакет окна двойные. Высота потолков 280 сантиметров. Тоже отмерял лазерным измерителем. По всей квартире установлен ламинат. Средний этаж проекта. Так как это проект на высоте, квартира почти на как бы 8-9 этаже, чем другие проекты. Вот. Покажем и потолки. Большой коридор. Здесь отмерил 9 квадратных метров чистых. Отдельная кухня. Тоже 9 квадратных метров чистых до этого шкафа. Если прибавить это, то будет где-то 10-11 квадратных метров. Как минимум. Нужно купить бытовую технику, мебель и переехать жить. Здесь у нас встроенный шкаф. Вот. Тут спальня у нас 12,30 сантиметров. Ну, 12,5, скажем. Дополнительная спальня. Угу. Здесь у нас хозяйская спальня. Четырнадцать целых 50 квадратных метров. Отсюда видится кусочек моря. Сверху вот этих зданий. Расстояние отсюда до моря 1050 метров максимум. И здесь у нас один санузел. Вот. У нас гранитная моечка. Все, в квартире один санузел. Итак, дорогие зрители, цена этой квартиры 118 500 евро. Ключи от квартиры только у меня. Звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Плюс 90 555 064 91 10. Не закрываем ролик. Ставим лайки, подписываемся на наш канал, если все еще не подписались, и комментируем. Это для нас очень важно. Я спускаюсь вниз, показываю вам всю инфраструктуру. Тут есть два лифта. Смотрим дальше. У нас два лифта. Вот такой коридорчик. На этаже 3, 4, 5 квартир. И вот лифт. Это у нас большой лифт, другой лифт поменьше. Здесь вместимость людей 10 человек. Итак, спустился я на этаж минус 2. Потом у нас есть как бы лобби и нулевой этаж по турецким меркам. И бильярдный стол, маленький ресторанчик, зона отдыха.
Так. В этой стороне детская игровая комната. Угу. В этой стороне что у нас? Там санузлы. Так, и душевые кабинки. Значит, так, у нас здесь фитнес с ходом. Большой фитнес, я его сейчас покажу вам. Вторник, посещать сауну. Сауна закрыта. Работает у нас вторник, суббота, только женщины могут посещать сауну с 5 до 8 часов. Вот у нас зона отдыха. Тут джакузи, который я вам говорил. Вместо крытого бассейна. Открытая большая парковка. Тут большая сауна. Сейчас покажем вам. Так. О. И здесь римская парная комната. И здесь раздевалка, душевая кабинки. Итак. Итак, в этой стороне у нас большой фитнес-зал. Итак, у нас здесь большой бассейн. Открытая парковка. Там у нас спуск. И ухоженный сад. Беседка. В этой стороне детская игровая площадка, а также есть генератор и парковочные места для велосипедов. Здесь у нас спуск. Покажу, чтобы понимали. Вот. Так, пойдем вниз. И также сюда вверх. Вот такое здание. Опа. Все, дорогие зрители, пишите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Цена этой квартиры 118 500 евро. С вами была Гасси, Солнечная Алания, район Махмутлар. Всем желаю радости, добра, благополучия, процветания в жизни. Всем пока-пока.